Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 10. Укажите, какие фигуры имеют центр симметрии, рисунок 14. Здесь представлены 4 фигуры. Что такое центр симметрии? Значит, все точки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от него. Давайте рассмотрим первую фигуру. Если мы захотим найти для этой точки симметричную ей, она окажется как раз внизу. Для этой точки вот здесь. Для этой точки тоже здесь. Они находятся на одинаковом расстоянии. То есть первая фигура, мы видим, имеет центр симметрии. И он как раз находится вот посерединочке. Если мы находим для второй фигуры, посмотрите, вот для этой верхней точки, проведя вниз отрезок, мы не сможем найти симметричную ей точку. Поэтому вторая фигура не имеет центр симметрии. Третья, посмотрите, у нас тоже здесь для каждой точки будет находиться ей симметричная. Для этой, например, мы сможем найти вот здесь, для этой точки вот здесь, для этой точки здесь. И они все будут находиться на одинаковом расстоянии вот от этого центра. Вот здесь будет центр симметрии. Ну и четвертый, как вы уже догадались, здесь нет центра симметрии. Поскольку у нас вот проведены вот эти линии не на одинаковом расстоянии, а наискосок. Поэтому отвечаем на вопрос, какие фигуры имеют центр симметрии. Получается только первая и третья. Первая и третья будут иметь центр симметрии. Все, на вопрос ответили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!